В Великовисочном ввели в эксплуатацию новый 12-квартирный дом. Соответствующие документы подписала исполняющая обязанности главы сельсовета Татьяна Жданова. В новом строении однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. В них поселят малообеспеченных граждан, молодых работников школы и больницы, а также, скорее всего, местного участкового. Но дата заезда пока неизвестна. Сейчас идет процесс передачи новостройки на баланс муниципального образования. В доме, кстати, есть все необходимое для комфортного проживания. Отопление центральное. Септик есть, вода будет завозиться гражданами самостоятельно, но в каждой квартире установлены емкости, как бы унитаз, мойка, плита электрическая. Задержка была с водом, потому что были недоделки, устранили их благополучно в течение последних 2-3 месяцев.